Исторически сложилось, что в Березняках имеется два вида сетей – магистральные, которые находятся в собственности Т+, и квартальные, находящиеся в собственности города и переданные по концессии Березняковской сетевой компании. Поэтому до сегодняшнего дня в Березняках действовало два тарифа на тепловую энергию. В результате реорганизации с 1 октября ПАО Т+, является единой теплоснабжающей организацией на территории Березняков. В связи с этим в Березняках установлен единый тариф на тепловую энергию. В настоящее время 367 домовладений являются потребителями и абонентами ПАО Т+. После реорганизации и установления единого тарифа у этих потребителей с 1 октября 2021 года произойдет увеличение тарифа за тепловую энергию с 1531 рубля до 2032 рублей за 1 гигакалорию. Для тех потребителей, у которых изменится тариф, предусмотрена субсидия в виде частичной компенсации расходов на тепло. Она будет осуществляться в отопительный сезон 2021-2022 годов. О том, как ее получить, администрация города сообщит дополнительно. Объединение тарифов пойдет на пользу городу. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции на теплоснабжение в размере 530 миллионов рублей, которые будут направлены на ремонт и модернизацию сетей.